Проводить летние выходные с семьей на пляже станет доступнее и комфортнее. В Ульяновской области к пляжному сезону готовится основательно. Появится сразу два обновленных места для отдыха у воды. В поселке Рыбацком в Заволжье работы по благоустройству активно ведутся. Их лично проконтролировал губернатор области Алексей Русских. В летний период этот пляж пользуется большим спросом. Порадует ульяновцев и обновленное побережье Вартеково. Кроме пляжа, который откроется в Рыбацком, значит, в новом городе, открывается еще пляж в туристической деревне Артеково. Соответственно, это деревня, которая совмещает в себя и детско-оздоровительный лагерь, и турбазу. И теперь собственники там открывают такую комфортную зону отдыха для, значит, для времяпровождения у воды, для купания, совершенно безопасной, потому что будет и присутствовать спасатель, и будет завезен новый песок. И, в принципе, там работа уже даже заканчивается. Комфортным и безопасным станет и пляж в Рыбацком. Появится летнее кафе, бар с прохладительными напитками, открытые и закрытые бунгало для отдыха всей семьи. Фонтанчик с питьевой водой, раздевалки, душ, детская площадка. В аренду можно будет взять шезлонг и искупаться в чистом бассейне. На береговой линии будут работать спасатели и медицинский пункт. Вход на пляж бесплатный, а вот за шезлонги, бунгало и бассейн придется заплатить. Цены демократичные. Целый день на лежаке с купанием в бассейне обойдется примерно в 700 рублей. А детям дешевле в два раза. У нас интересное название, мы долго над ним думали, название Бризо, что от греческого обозначает богиня, которая была покровительницей моряков, рыбаков, мореплавателей. Также мы делаем уклон на бассейн, потому что мы знаем, что Волга, она у нас начинает где-то в начале июля где-то уже цвести. Можно будет комфортно отдыхать около бассейна. И система фастфуд, это очень удобно, тоже можно зайти покушать и взять с собой покушать. Обустройство пляжа завершат к июню. Благоустройство территории ведется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект реализуется с привлечением федеральных средств. Так, на пляж в Рыбацком выделили 5,5 миллионов рублей, а предприниматель добавил еще дополнительно 15 миллионов. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.